Бана нет. Да не ной, бля, не ной, говорю! Не ной, не ной! Чё ты ноешь, бля? Ты чё, Wild Dark? Не ной, говорю, как тряпка, то есть девка, фу, не ной! Будь мужиком! Ты мой Пикачу, выбер... Бля, пизда, чат, я вашего одноклассника нашел. Блять. Бля, спорим, его Глеб зовут, а? Парень, что я говорил насчет энергетиков? По жопе получишь. А брата мал? Ебать, это было ужасно. Мы не богаты, но кайфуем, как депутаты. Ебать, блядь, просто пиздец. Сотку разменяла. На мелкие. Ёпт, батя, чё делаешь? Ух ты, ёпт твою мать! Блять, он как Леонтьев, слушайте, он, это трансформация куколки-гусеницы в Леонтьева. Если вы сейчас посмотрите, с чего он начинал. То есть он начинал вот как бы, ну, уже странновато, конечно, но в целом он достаточно пока не слишком сексуализирован и достаточно одет. Но посмотрите, с каждым новым превращением он мало того, что раздевается, он еще и становится сексуальнее. Блять, просто посмотрите на это. Ебануться, как же он доволен собой. Бля, вот бы таких девочек в баню к мужикам заказать, да, ребят, что прям хорошо так оттянуться, блядь. Ты приходишь в баню, тебя там пацаны зовут, твои одноклассники, или с института, или с работы, говорят, блядь, приезжай, тут девчонки, блядь, банька. Ты такой приезжаешь, а там... Ебать, блядь, ты такой, вот это точно. И ты такой спрашиваешь их, блядь, а сколько вы подписаны уже на Серёгу Хелле? А тебе отвечают, полгода, уже год, два года, блядь, пять лет его смотрю, но еще не подписывался. На теплоходе музыка играет, а я до нас стою на берегу. Бля, пиздец. Машу рукой, а сердце... Знаете, сзади еще чего не хватает? Полотенце и курица-гриль, разложенный с лавашом. Пончики, покемончики, айфончики, чики-чики. Бля, немногие знают, но их потом сбила машина. Мне почему-то эти бабки бомжей напомнили, которые на теплотрассе валяются, их машины не замечают некоторые, потому что они так, блядь, типа укрыты, и машина давит, блядь, их нахуй. Грустная история, чат. Да, я, кстати, серьезно, пиздец. Ебаля! Ну вот это трансформейшн! Ну ничего себе! Я схожу на 7, 2, 4, 5, 6... Извините, упал! Блять, какой кринж! Это что? Это младенец в теле алкаша, блять, я не знаю. Он как школьник, блять, который играет, знаете, типа, в машинке еще. Он еще даже так озвучивает, типа. Блять, типа. Сука, блять. Ебать, от двери уебался. Надеюсь, он жив. Извините, упал. Так, деревенский секс. Стоило сказать тебе сразу. Но черный совершенно не твой цвет. Опаздываешь на свои похороны. Пришла как раз вовремя, чтобы надрать тебе. Немного не попала она, конечно, в слова. Забыла текст. Я понимаю, для тиктокеров тяжело выучить две строчки буквально своего текста. Ну, типа, кто не понял, она перед камерой стала и показала, какая она крутая. Разыграв сценку.
Ой, блядь. Нормально, нормально, блядь. Нормально, блядь, знаете, что она мне напоминает? Знаете, что она мне напоминает? Что здесь, сука, делает ведьмак? Ты видишь здесь топляка или еще какого-нибудь пиздогона? Знаете, когда паштет покупаешь в такой полиэтиленовой упаковке, который еще по концам такой железными такими штучками закреплен? И вот, например, ты жрешь паштет, и бывает такое, что ты, короче, ты его так давишь, вот батон паштета, ты его хуяришь, блядь, и вот он как бы остается, как бы сказать, где-то перетянут, а где-то как блядь, как бы объяснить-то? Я бы фотку показал, но даже не знаю, как в гугле пробить. Короче, кто покупал паштет батончиками, такими паштет, знаете, как в батончиках прозрачных, они поняли, о чем я говорю. Она похожа на перетянутый батончик паштета. Блядь, вы школьники, наверное, не покупаете такие уже, да? Добро пожаловать в World of Warcraft, ребята. Теперь это пизда эльфийка, забыл, как ее зовут. Миранда, или как она там. Она теперь выглядит так. Переработанный дизайн персонажа. Тиранда. Переработанный Тиранда, да. Переработанный дизайн персонажа. Мы решили сделать наше сообщество более дружелюбным. Мы думали, что у нас слишком много идеальных женщин в игре, и это не отражает реалистичность мира. Поэтому мы сначала сделали жирной и некрасивой матерь драконов. Как там она, да, а потом уже приступили за эльфов. Мы обещаем, что через два аддона абсолютно все эльфийки не будут весить менее 84 килограмм, а некоторые даже и не менее 125. Да, да и в конце концов вы уже не сможете отличить эльфийку от неэльфийки, вот. Так что да, спасибо большое всем. Надеемся, наш комьюнити воспримет эти изменения... с улыбкой. Понятно, я бы этим не гордился, кстати. Я смотрел «Беременна в 6 на...» Я понятно. Ну, красавец, красавец. Не знаю, как это говно называется, но очень оно страшное. Осуждаю. Привет всем. This video is for all of my haters. Я ясно. Две проститутки отвечают на вопросы чек. Кто из вас больше раз занимался сексом? У кого было больше парней? Кто скидывал? Вот эти два вопроса как бы уже ответили, кто проститутка. У кого было больше секса? А парней? Свои голые фотки парням. Кто из вас умнее? Кто из вас больше похож? Понятно. Как радуются писи после депиляции? Блять, я честно говоря даже не знаю, хочу ли я знать, как радуются писи после депиляции. Сейчас я расскажу вам, как радуются писи после депиляции. Она... Это замена этой, что ли, с Первого канала, которая одевает разные костюмы и пародирует яйцеклетку. Малышеву, блядь, да. Я такая гладкая. Ура! Я такая гладкая! Ура! Было! Чат, она реально показывает, как пизда радуется, когда она побрита. Как будто бы 2 килограмма потеряла.
Ну, если ты, блядь, не брилась на 1946-го, нахуй, после того, как трахнули Гитлера уже окончательно, то да, возможно. То, возможно, да, 2 килограмма вполне реально, я думаю. Спасибо, Яна, я ваша навеки. У нее борода или мне кажется? А когда кажется? Покрестись, моя хорошая. Ебать. Мама отрывалась, когда... По крайней мере, я на хорошем счету. Ты чё, охуел? Добрый вечер. Ну, сразу спалился мой зритель, пиздец. Покрестись, моя хорошая. Изи. Мама отрывалась, когда тебя носила и пила в запой. Мама отрывалась, когда тебя носила, вот ты и тупой. Блять, реально, сука, блять. Ну и кто? Давай, давай, блять, кто это, ну? Кто, кто это? Твой сап, это ансап, блять. Это ансап, конечно. Пытается на сапке заработать тиктоке. Вы, ты, блять, ты, да, вы, дринкпой, мой друг, тиктокер. Понятно. Жестко. Когда накрыло, а ты на улице. Унук, запомни, что ударить девушку может каждый, а вырубить единицу. Безумно можно быть пьян. Понятно. Эх. Денег нет ни хуя, денег нет ни хуя, денег нет ни хуя у меня. Когда гуляешь один. Типа грустная. Я бы с удовольствием сразилась с тобой в интеллектуальной дуэли, но я, как вижу, ты без оружия. Понятно, блядь, чат, а? Мама говорила, моя дочь прославит имя, я поверила в себя и начала ебашить сильно. Итак, урок номер один. Берем помидор. Урок поцелунков. И повільно працюем губами. Чё-то и... наверное, правильно прицени губами. Типа... трогаем... ласкаем губами, может быть? Хотя будь ласка... Нет, наверное, трогаем губами. Чё-нибудь такое. Так. Эй, таке? Ай, все. А все, ребята. А все. Неинтересно Абуру, вернее. Уходи! Бля, пиздец, если бы не на каблуках, она бы съебалась. Только что-то она как будто бы ждет. Я не знаю, чтобы ее еще раз застрелили в одно место, или что она ждет? Или она пытается выстрелить в ответ, я не понимаю, это что? Это угроза? Это типа ее ранили, и она пытается отстреливаться? А, это он? Я не обратил внимания. Я не обратил просто внимания, к сожалению, что это он. Я увидел только уже задницу. Да-д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 а! Да-да-да-да-да! Беги, Диман! Да-да-да-да-да-да-да-да! Да-да-да-да! Шо, чат? Давайте еще раз, я просто даже не разглядел его. А, это кавказка, все. Я понял. Понятно. У меня нормально все. На моем запястье айс понеслась эта сука Пеннивайз. Как мечтала наша Ира выйти замуж за банкира, но пока его искала, с пол столицы переспала. Мне сегодня моя Светка пососет хуй, как конфетку, ножками подрыгает и на хую попрыгает. Член как джентльмен, встает, чтобы девушки садились. Блять, хорошо. Хорошо, блять. Хорошо, нормально. Нормально, че.
друзья, ВИЧ передается, и сегодня я передал его своему сыну. Теперь он Диасович. Нужно было стать крестьянином, как хотел мой отец. Да. Я полненькая женщина, но я себя люблю. Я доброму обещана, возможно, королю. Трещат на мне все платьица, а все равно поем. Я женщина... Тебе скинули это видео, потому что у тебя iPhone? Ну, тогда я хочу сказать только пару вещей. Сеев, вызови полицию, пожалуйста. Я вообще не понял. Я вообще не понял. Знаки зодиака, которые любят грубый секс. Что-то треснуло. Терпение лопнуло. Блять, ебать, как же это... Как же она выглядит? Что-то треснуло. Блять, просто посмотри на это. Вот, блять, чат, прикиньте, это ваша начальница или, возможно, классная руководительница. Она тебе говорит, как бы такая. Лёша, подожди. Да, Марья Павловна, звонок прозвенел. Звонок звенит для учителя. Лёша, садись, нам нужно с тобой поговорить. Лёша, ты знаешь, что такое секс? Секс, Марья Петровна? Да, секс. Марья Петровна, ну мне 6 лет, только мы в первом классе. Что такое секс? Пора уже учиться. Лёша, пора учиться, входить во взрослую жизнь. Тебе уже 6 лет, Лёша. Ты уже совсем и взрослый мужчина. Ты уже какаешь и писаешь без присмотра родителей. Ладно, ладно, чёрт, я понял. Я понял. Бан, 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 да. Пение лопнуло. Овен. А ты правда садишь? Дева, Скорпион. В глазах я лишь... Стрелец. Вижу огни. Вау. А на вид ты как киска. Козерог. Ты мила рука. Водолей. Блять, мне кажется, снимать тиктоки про знаки зодиака — это беспроигрышная хуйня. Просто беспроигрышная хуйня. Такое ставишь, типа, перед тиктоком. А здесь надписи появляются. Самые красивые знаки зодиака, типа, блять. И там перечисление, лев, там, блядь, это, хуета, хуета, просто на рандом ебашь, блядь, и те в комментариях пишут, блядь, да, совпало, потом новый тикток записываешь. Самые, упертые знаки зодиака, блядь, хуяришь опять, короче, рандомные, блядь, чуваки пишут, да, я реально упертый, да, да. И все лайкают такие, подписываются на тебя, потому что ты жизнь говоришь. Сука. И мы танцуем низкий флекс. Куда-то торопится все. Я не говорю. Ты что, попутала рамсы? А она говорит, нет, насыкала в трусы. Сынок, пора вставать. Мам, ну еще часик. Бля, с сестрой спит, а добрее. Какой часик? За ней уже сеньор приехал. Я, конечно, не розетка. Но тебе дала бы засунуть два пальца в себя. Самые странные запросы пацанов на вебкаме. Я потрогал, будто доктор ее пуси. Показать ступни, пульс, она зубы, мои шеи, зубы, делая мне шея, кус. Парень, твоя баба, прямо как мой болт на вкус. Облизывать нож. Ей нужна еще. Говорить голосом пожилой женщины. Голдану я потратил весь рис. Доктор, у меня музыка в голове играет. И что? Как, ну и что? Мне не нравится такая музыка, которая у меня в голове играет. Анекдот от бати. Бля, меня спалили с голосом старухи. Я иду по улице, петух сидит на курице. А я иду по улице, петух сидит на курице. А я сказал ему нахал, а он мне хреном помахал. Хотите, покажу? Бля, ебать, пиздец. Вот когда бабки врываются в тикток, это просто охуенно.
То есть они такие: «Есть у меня про запас бомбические рофлы! Вы, молодые, такие не знаете, бля, ща я покажу!» Включает камеру, а там какая-то хуйня, блядь, из двух строк, которую все, блядь, слышали 10 000 раз. Она такая думает: «Эй, это шоколад-то, вы не знаете!» Она такая еще, знаете, думает, что с козырей ходит. У нее, потому что наверняка у каждой бабки есть обычные частушки, да? И есть пошлые частушки. Пошлые частушки — это прям с козырей, это прям жесткое, понимаете? Это прям секретная техника, я бы сказал. Если бы она была в аниме, она бы такая посмеялась бы после атаки врага, такая: «Ха-ха-ха-ха! Неужели ты думал, что это все, на что я способна? Я иду по улице, петух сидит на курице», блядь, такая... И все такие: «А-а-а!» Секретная техника, чат. Вон розу. Супер. Блять, это вот типичный стрим на Твиче. Вот ты заходишь такой, к какому-нибудь стримеру, ко мне, например. С вас 5 000, потом он говорит. С вас подписка. И донейшн голос закройте мне. Да, ну все, всем пока. Сегодня все. И вырубай. Пожимай, Сэмбо, нет. Гей, жумай, Сэмбо. Скажи офникам, братик, закрой глазки. Ведь я не твоя сказка. Радуюсь, что девушка пригласила в попку. Одобряем, блядь. Раньше люди ели сало, но я бались очень мало. А теперь живут не емши, но я буду Саша лемши. Раз, два, раз, два, раз, два. Хватит тренироваться, садись, ешь. Так, я ж пришел. Ох, потренировался. Бля, сосисоны. А чё, вилку-то не достала? Сам достанешь. Сюда, говорю, доставай, мне лишний труд. А чё 4 фасифки-то? А сколько тебе надо? 5, всегда было. Всегда. Кончились. Иди в магазин 24 часа и покупай фасифки. Завтра схожу на рынок. Сейчас уже поздно. Ну чё не, блин, купил варанье? Кетчуп сегодня. Ты мне достал кетчуп татарский. Вот, а она чефночно было. Ну встань, возьми. Чё не сделал нормально? Квас немного на донышке. Бля, кстати, да, кетчупа много, полное дерьмо. Она ночами... Жрёшь один кетчуп. Плачет, дура, только лишь из-за тебя. Ну а ты, дурила, гордый, забыть мечтаешь её, да? Думаешь, ей пофиг, думай, можешь даже не звонить. Но когда с другим увидишь, не смей её во всём винить. Видео послание своему парню, видимо, в колонии строгого режима, который сидит за педофилию.